помощник сенатора Александра Константиновича Акимова, Сапонова Мария Николаевна, заместитель постоянного представителя Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, город Москва, Быкова Ольга Сергеевна, от якутского землячества, город Москва. Образования нашей Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Действительно, такой уникальный подарок получился благодаря тому, что творческий коллектив Национального театра танца имени Сергея Афанасьевича Зверева и Уклова и творческий коллектив, постановка театра, это была совместная. Это настоящий интернациональный, объединенный коллектив получился, потому что над постановкой работали и музыканты Республики Саха-Якутия, и Татарстана, и Москвы, Санкт-Петербурга. Поэтому во знаменование столетия образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики учрежден юбилейный знак, символизирующий неразрывную связь нашего народа с судьбой Отечества. В этот день знак уважения государства и общества юбилейные знаки вручаются гражданам, достигшим значимых успехов в государственной, общественной, научной, творческой, производственной и трудовой деятельности, внесшей особый вклад в развитие Республики Саха-Якутия. Я с большой честью, гордостью вручаю юбилейный знак столетия СССР Калимуллину Рашиду Кадимовичу. Поэтому я приглашаю на сцену директора Национального театра танца Алексеева Александра Ивановича. Уральской Валерии Иосифовне, главному редактору журнала «Балет», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры национального народа России и Республики Саха-Якутия. Председателю правления Союза композиторов Российской Федерации,
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры многонационального народа России и Республики Саха-Якутия. Большое спасибо. Якутск – удивительный край, один из потрясающих цветков большой страны России, и прекрасные люди живут в этом крае. Мне посчастливилось поработать с уникальной музыкальной культурой этого замечательного края. Я хочу пожелать всем якутянам и всем жителям этого прекрасного края, этой прекрасной республики, всего самого наилучшего, успехов вам во всех ваших делах. Спасибо. Республики Саха-Якутия имени Кюйгола Александр Иванович Алексеев. Благодарственное письмо правительства Республики Саха-Якутия вручается заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, главному режиссеру журнала «Балет» Валерии Иосифовне Уральской. Почетной грамотой Государственного собрания Иль-Тумен за вклад в развитие культуры народов Российской Федерации награждается Рашид Вадимович Калимулин. До скорых встреч!